это не отступает в противоречие одно с другим, а наоборот. То, что будет излагать Дмитрий Анатольевич Медведев, будет дополнять мое выступление на Государственном совете. Антон, Первый канал, пожалуйста. Антон Верницкий, Первый канал. Владимир Владимирович, такой предвыборный с международным уклоном. Отказ наблюдателей БДИПЧ и парламентской ассамблеи ОБСЕ приехать на выборы президента к нам. Это действительно, как говорил Сергей Лавров, некий ультиматум России, попытка давления на нас? Или что-то такое, на что не стоит обращать внимание? Спасибо. Но я не думаю, что у кого-то есть соблазн сегодня предъявлять какие-то ультиматумы России. Тем более организации с таким неблагозвучным, не с такой неблагозвучной для русского уха аббревиатурой, как БДИЧ. Что же касается вообще этих структур, то могу сказать следующее. Мы считаем, что вообще ОБСЕ давно созрело для каких-то реформ. Те обязательства, которые взяла на себя Россия в рамках европейских структур, в том числе ОБСЕ, мы полностью исполняем. И я хочу это подчеркнуть, и хочу, чтобы это знали и представители нашей прессы, и представители европейской прессы. Россия полностью исполняет все взятые на себя обязательства. В документах, которые подписала Российская Федерация, записано, что мы будем приглашать на мониторинг, на свои выборы представителей ОБСЕ. И мы это делаем. Но там нигде не прописано, сколько мы должны пригласить человек, на какой срок. Все, что говорят чиновники БДИЧ, это все написано ими самими. И Россия под этими бумажками не подписывалась. Это все делается в явочном порядке. И вот это для нас является принципиальным вопросом. Мы никому не позволим навязывать нам какие бы то ни было условия. Но мы будем выполнять все, под чем мы сами подписались. Это важнейший, основополагающий принцип международного права. Страна исполняет то, что взяла на себя в качестве обязательств. И не обязана исполнять то, что ей пытаются навязать извне. Мы пригласили сюда 100 человек. Мы готовы были предоставить им любые возможности для работы. Им 100 мало, им нужно приехать за год сюда, или за сколько, за 3 недели, или за сколько. Это их хотелки все. Значит, они в одну страну направляют 16 человек, в другую 20. В некоторые страны вообще считают возможным не направлять. А кого-то пытаются учить. Пусть жену свою учат щи варить-то. Рейтер, пожалуйста. Спасибо, Олег Щедров, Рейтер. Владимир Владимирович, все-таки возвращаясь к будущему после выборов, вы самый влиятельный политик России, похоже, согласились, готовы стать премьер-министром при президенте Медведеве. То есть занять должность, которая, как ни крути, в нынешнем виде подотчетна президенту, так или иначе. Как вы собираетесь осуществлять свое политическое влияние после выборов, правильно, которые вы резонно говорили, готовы ли вы играть роль номера второго при президенте Медведеве, честно играть, учитывая то, что вы говорили, что не будете менять баланс между президентом и премьером? Спасибо. Я уже говорил, отвечал, по-моему, на похожий вопрос, могу повторить еще раз. Я считаю, что я получил уже один подарок, даже два подарка от российского народа, от Господа, может быть, да, когда имел честь и удовольствие работать в качестве главы российского государства. Закон сформулирован, основной закон страны сформулирован таким образом, что этот срок является конечным, он заканчивается. И теперь нужно не плакать по поводу того, что время прошло работы в таком качестве, а нужно порадоваться тому, что есть возможность поработать в другом качестве и в другом качестве послужить своей стране. Что касается возможностей, которые предоставлены Конституции правительству, то они очень большие. Посмотрите соответствующую статью Конституции Российской Федерации о полномочиях правительства Российской Федерации. Это формулирование бюджета, представление бюджета в парламент, отчет за этот бюджет, формулирование основ денежно-кредитной политики, это решение вопросов в социальной сфере, здравоохранения, образования, экология –
Это создание условий для обеспечения обороноспособности и безопасности страны, проведение внешнеэкономического курса. Президент – гарант Конституции, он определяет основные направления внутренней и внешней политики, главы государства. А высшая исполнительная власть в стране – это правительство Российской Федерации, главы с председателем правительства. Полномочий достаточно. И мы распределим с Дмитрием Анатольевичем, если избиратель разрешит нам это сделать и позволит нам это сделать, в практическом плане, как выстроить наши личные отношения. Уверяю вас, здесь не будет никаких проблем. Россия. Евгений, пожалуйста. Добрый день. Телеканал «Россия», программа «Вести», Евгений Рожков. У меня вопрос про наше российское все в последние несколько лет, про нацпроекты. Как вы считаете, что удалось сделать в них, а что не удалось? Наверное, какие-то вещи хотелось сделать, но не получилось. А будет когда-нибудь культура национальным проектом, потому что в России ее многим не хватает? Ну и, наконец, будут ли они вообще, останутся ли они в регионах? Многие бюджетники, прежде всего, говорили, что боятся, что они закончатся и финансирование прекратится. Продолжатся ли они? И кто их будет курировать, если Дмитрий Медведев, их нынешний куратор, станет президентом? Во-первых, что касается курирования, вы знаете, что есть совет по нацпроектам при президенте Российской Федерации, который возглавляет президент. Если Дмитрий Анатольевич Медведев станет и будет избран президентом Российской Федерации, он и будет главой этого совета. И здесь нет никаких сложностей. Более того, он как человек в практическом плане, занимавшийся предыдущие годы реализацией этих проектов, будет самым лучшим образом осведомлен о том, что там происходит, и сможет влиять на этот процесс достаточно эффективно. А в правительстве мы найдем, кто будет отвечать в правительстве, либо кто-то из вице-премьеров, либо сам премьер может отвечать за это. Здесь никаких проблем я не вижу. Что же касается будущности самих нацпроектов, то они, конечно, останутся. Может быть, часть из них будет как-то трансформироваться, и их ответственность за них по определенным направлениям будет все больше и больше передаваться в регионы, но с федеральным финансированием. И это, на самом деле, самое главное, это самое важное. И хочу еще раз подчеркнуть, федерация не бросит эти направления. Будет именно напрямую заниматься и финансировать. Что же касается расширения количества нацпроектов, то, вы знаете, я уже говорил об этом, мы же взяли самые-самые острые проблемы. Так же, как и демография, они казались абсолютно неподъемными и просто убитыми полностью. У нас ведь еще с советских времен говорили, хотите там закопать человека, назначите его на сельское хозяйство. Вот, тем не менее, Медведев не испугался, когда я ему сказал, Дмитрий Анатольевич, в том числе и нацпроект по сельскому хозяйству, и здравоохранение, и образование. Он взялся за это, не моргнув глазом. И мы видим результат. Он очевидный по всем направлениям, по всем. Есть абсолютно очевидное движение вперед. Посмотрите, что произошло вот с этим кредитованием сельского хозяйства. Сколько сельхозпроизводителей и в каком объеме получили эти кредитные ресурсы. Как увеличилось товарное производство. Вот знаете, я был в Белгороде, я посмотрел, ну, душа порадовалась. Одно дело посмотреть все это на бумажке и в отчетах, а другое дело своими глазами посмотреть. Современные хозяйства просто. Это вот, кстати, насчет повышения